Первый закон термодинамики гласит, и это научное открытие совершил Ньютон. Сейчас мы разыграем эту ботаншу. Что ты за большая назойливая механическая муха? Сейчас же с ней разделаюсь. Знание — это сила. О нет, она совершила жестокое нападение на моего дрона. Нужно отомстить. Зара, поможешь мне придумать план? Конечно, Том. Мы привяжем воздушный шарик к дрону и заполним его кое-чем неприятным. Будет так весело, когда он прилетит ботанше в лицо. Класс, перемена окончена. Это что такое? Я сейчас всем двоек понаставлю и выгоню из школы за плохое поведение. Дайте сюда свою игрушку. Больше вы ее не увидите. Так вам и надо. Будете знать, как обижать других. Смотри, что это? Дверь учительской сама открылась. Мы можем забрать дрона обратно, и никто ничего не заметит. Идем, Том. Зара, смотри, сколько всего лежит в учительской. Мы можем забрать все, что душе угодно. А это что за странная коробочка? Откроем и посмотрим. Какие необычные вещи хранят учителя. Ребята, что вы тут делаете? Вам нельзя здесь находиться, нельзя ничего трогать. Что происходит? Мы начинаем наш мистический челлендж. Где это мы оказались? Какое странное место. А это что за сейф? Я хочу открыть первым, можно, можно? Окей. Это же Твикс! Целых два вкуснейших батончика, покрытых шоколадом. И оба достанутся мне. Эй, Том, поделись со мной, я такая голодная. Ну уж нет, я сам все съем, ведь это мой сейф. А значит, все, что в нем лежит, достанется мне одному. Это просто объедение. Как тянется карамель, какое вкусное печенье. А шоколад сверху, пальчики оближешь. Подумаешь, пальчики оближешь. Я сейчас открою свой сейф. Посмотрим, у кого предмет в сейфе круче. Это что, чеснок? Целая куча. Он пахнет просто отвратительно. Том, я поделюсь с тобой. Нет, спасибо, я ж сама. Ну что поделать? Постараюсь не вдыхать этот запах. Фу, какой отвратительный вкус. Ничего ужаснее не ела. Смотрите, это ужасно. Фу, доедай его скорее. Придется. Осталось совсем чуть-чуть, и я справлюсь с заданием. Ну как? Меня сейчас тошнит. Бедная Зара, запах ужасный. Но я кое-что придумала. Вот так-то. Теперь лучше. О нет, спасите меня от чесночного аромата. Кажется, я сейчас упаду. Том, ты живой? Кажется, я на секунду вернулся в детство. Что смеешься, Лила? Теперь твоя очередь. Окей. Посмотрим, что в моем сейфе. Колечко? Какое красивое. Примери его. Ух ты! Я стала невидимкой. Куда она делась? Теперь я могу делать, что хочу. Я кое-что придумала. Эй, куда делась моя палочка Твикс? Остался без своей палочки. Что происходит? Летающий чеснок? Нет, только не это. Меня сейчас снова стошнит. Я уже знаю, что делать. А вот так-то я вас разыграла. Ой! Да, понимаю. Ничего, скоро ей полегчает. Я открою первым свой сейф. Это же мои любимые сырные Доритос. Какая огромная пачка. Посмотрите, какие они красивые, желтые и очень хрустящие. Я съем все до последней крошечки. Ням-ням-ням. Как же хочется съесть чипсинку. Я кое-что придумала. Красота, вот истинное оружие. Как мне идет этот оттенок помады. Эй, Томми, привет. Хочешь сходить со мной на свидание? Зара, ты такая красивая. Тогда, может быть, поделишься со мной чипсами? Спасибо, Томми. Лови мой воздушный поцелуйчик. Это нечестно, я тоже хочу Доритос. Что ж, попробуем эту же тактику. Эй, Томми, может быть, ты и я. Чего? Лила, что с тобой? Ты такая забавная, просто умора. Ну и ладно, посмотрю свой сейф. Что-то странное. Какой-то красивый напиток. Попробую его на вкус. Интересно, что произойдет? Какой приятный вкус. Выпью до дна. Вроде бы ничего особенного. Ух ты! Я теперь выгляжу как принцесса. Я такая красотка. Попробую снова очаровать Тома. Эй, Томми! Чего тебе, Лила? Приветик! Лила!
Была ты восхитительна. Мое сердце принадлежит только тебе. Возьми эти чипсы. Ну и пожалуйста, интересно, что в моем сейфе? Ой, да это же крыса, фу! Терпеть не могу крыс. Я хочу поцеловать тебя. Это что, крыса? Зара, ты испортила нам наш поцелуй. Я очень зол. Ничего, лучше поешь. Ой, я боюсь. Фух, опасность миновала. Томми! Что? Нет, не трогай меня, я не буду с тобой целоваться. Ну почему? В чем дело? Ну вот, я снова некрасивая Лила. Какой кошмар. Что же нас там ждет? Я открою первый, можно? Ух ты, большой мишка! Вы только посмотрите, он весь из мармелада. Я так люблю мармелад. Откушаю кусочек. Какой вкусный мармеладный мишка. Эй. Лила, поделишься с другом малюсеньким кусочком? Конечно, Том, кусай за ухо. Что, не получилось откусить? Попробуй еще. Нет, у него оторвалась лапа. Всего одна лапа вместо целого медведя. Что поделать, съем лапу. Очень вкусный мармеладный мишка, правда, Лила? А теперь я открою свой сейф. О нет, только не это. Это же перец чили, самый острый перец в мире. Нет, я не готов его съесть. Тебе придется, Том, таковы правила. Ладно, откушу совсем немного. Сколько в нем острого сока. Мне так его жаль. Все, я доел. Тут становится жарко. Кажется, я сейчас превращусь в дракона. Я тут все сожгу. Мне нужно срочно потушить пламя. Я скоро вернусь. Он ушел, оставив такой беспорядок. Придумала. Соберу угольки. Их можно будет поджечь и что-нибудь на них пожарить. Ух, мне стало гораздо лучше. Не успели соскучиться? Не надо надо мной смеяться. Лучше открой свой сейф, Зара. Конечно. Ух ты, в моем сейфе Скитлз. Это мои самые любимые жевательные конфеты. Мне попалась желтого цвета. Интересно, какая она на вкус? Похоже на лимон. Или банан? Какой-то необычный у нее вкус, но все равно очень вкусно. Что происходит? Ух ты! Я стала вся желтой! Как круто! Желтый хит сезона. Съем какой-нибудь другой цвет. Ух ты! Теперь я вся розовая. Платье очень подходит к цвету моих рук. А теперь я съем всю пачку и превращусь в радугу. Какие вкусные волшебные конфеты! Я съела все! Смотрите, я теперь свечусь, как диско-шар! Как классно! Устроим дискотеку! Можно я первой открою свой сейф? Посмотрим, что в нем? Ух ты! Это же VR-очки! Как здорово! Сейчас мы начнем погружение в виртуальную реальность! Сколько тут пончиков и шоколадок! И все летит ко мне! Я буду есть столько сладостей, сколько влезет! Лила, ты такая смешная! Это же все не по-настоящему! Том, открывай свой сейф! Фу, что это? Оно шевелится! Вот, это же червяки! Тебе придется их съесть! Я не хочу! Запах просто отвратительный! Нет, не буду! О, я кое-что придумал! Вот, Лила, держи лакомство! Мармеладные червячки, мои любимые. Возьму побольше. Объедение. Съела и не заметила. Ой, фу, что это за гадость? Нет, только не на меня. Фу. Ребята, вы такие смешные. Моя очередь открывать сейф. Что это? Какой-то портал? О, нет, нас сейчас затянет. Ну вот, мы снова в школе. Смотрите, это мой дрон. А вы что тут забыли? Учительская, но только для педагогов. А вам пора идти на уроки. Пошевеливайтесь. Это молодой человек, я вас заберу. Идите, вон. Я всегда мечтала о такой игрушке. Как интересно. Теперь у каждого свой сейф. Я уже открываю. Ух ты, тут Кока-Кола. О нет, у меня гора лимонов. А у меня облако. Это очень странно. What? Что происходит? Неужели сейчас начнется дождь? Больше похоже на град из конфет. Круто! Нужно достать чашку, чтобы точно ничего не упало на пол. Отдай ее мне, Поле. Это мои конфеты. Ты не должна их ловить. Вкуснятина!
Кажется, это Скитлз. Тогда я не буду делиться с тобой своей колой. Хотя, признаться честно, я и прежде не собиралась. Какая она холодная, класс! У меня в животе что-то бурлит. Извините, не могу сдержать отрыжку. Держись крепче, Линда, нас может сдуть. Это было не очень приятно. Похоже, осталось разобраться только с моими лимонами. Эта перспектива меня совсем не радует. Но я придумала кое-что. Нужно выжать сок. Тогда справиться с большой порцией будет проще. Аккуратнее, хватит кидать в нас ошметки. Не отвлекайте меня. Разве не видите, что я занята? Как кисло, я не могу это проглотить. Что же делать? Совсем не стоило выплевывать лимонный сок в меня. Можно было найти другой выход. Извините, ребята. А вот и новые сейфы. Вы только посмотрите, в моем банке мороженого. Она такая большая, класс. Я люблю такие порции. Какой сливочный вкус. Правда, мороженое слишком холодное для меня. Это все равно лучше колючего кактуса. Я понятия не имею, что мне с ним делать. Аккуратнее прикасайся к нему, Полли. Дурацкий кактус. Сейчас я стрясу с него все иголки. Больше он меня не поранит. Ребята, вы даже не представляете, что тут у меня. Это супермодные очки. Думаю, они отлично подойдут к моему наряду. Ну, как я выгляжу? Вам нравится? Ты просто красотка, тебе очень идет. Что это было, Линда? Куда ты нажала? У меня голова горит! Самое время немного охладиться. Уверен, мороженое мне в этом поможет. О, да, я больше не чувствую жар. Стало намного легче. Похоже, я переборщил, слишком холодно. Может, поделишься со мной? Не хочешь? Ну ладно. Сейчас я тебя отомщу, Алекс. Это все слова. Что ты можешь сделать, Линда? Странно, мое мороженое полностью растаяло. Ну ладно, выпью его как молочный коктейль. Алекс нашел выход. Так нечестно. Он должен пожалеть, что не поделился со мной. Что ты наделала, Линда? Из-за тебя все вытекло. Тогда лучше. Мне нужно привести себя в порядок. Как же подступиться к этому кактусу? О, нет! Иголка попала мне прямо в нос! Что же делать? Я должна найти выход. Есть идея! Линда, нужна твоя помощь! Ну что ты пристала ко мне, Полли? Чего тебе надо? Спасибо! Ты уже сделала все, что нужно, а вернее твой лазер. Обращайся, если что. Надеюсь, больше не понадобится. Теперь я могу попробовать кактус в середине. Там нет иголок. А я наконец-то привел себя в порядок. Рано радуешься, Алекс. Не пытайся мне навредить. Я отвечу тебе твоим же оружием. Ты сломал мои очки лазеры. Вы не поверите, в моем сейфе новый телефон. Круто выглядит. Давайте я вас сфотографирую. Больше не надо. Лучше посмотрю, что в моем сейфе. Фу, вонючий лук. Ужасно. Интересно, сколько его тут? Всего одна луковица? Это уже радует. Посмотрим, что ты скажешь, когда будешь ее пробовать. Уверен, в моем сейфе что-то получше лука. Деревянные куклы? Что? Ума не приложу. И что мне с ними делать? Аккуратнее, Алекс! Я понял! Это не просто куклы, это Линда и Полли. Ты что, издеваешься? Нет, веселюсь. Это же так забавно. Теперь я могу вами управлять. Верни наши руки на место. Немного позже, Линда. А сейчас танцуем. Алекс, лучше послушай нас, иначе потом тебе не сдобровать. Молодец, я рада, что мы смогли договориться. Вообще-то не совсем. Это был отвлекающий маневр. Что ты творишь? Из-за тебя я чуть не разбила свой новый телефон. Да ладно тебе, все под контролем. Серьезно? Он все-таки упал. Это ты виноват. Лучше бы ты выбросил мой лук. Я не была бы против. Ну уж нет, тебе придется его съесть. Если не хочешь по-хорошему, то будет по-плохому. Алекс, умоляю, не делай этого. Я ненавижу лук. Фу, какая гадость. Как же горько. Приятного аппетита, Линда. Ой, как много мух слетелось. Давай попробуем их отогнать. Я помогу. Из-за тебя я бью себя по лицу.
За этим так смешно наблюдать, ты себе не представляешь. Алекс, остановись, мы больше не можем это терпеть. Куда же вы, девочки? Вернитесь, мы еще не закончили. Ой, случайная авария. Я знала, что все это плохо закончится. Верните куклы мне. Только нет, они сломались. Открываем новые сейфы. Фу, мне опять не повезло, тут живой таракан. Я не люблю насекомых. Он залез ко мне на футболку, уберите его. Зачем ты так кричишь, Полли? Ты же его испугаешь. Смотри, какой милый. Интересно, а что в сейфе у меня? Какое большое Орео! Мне не терпится взглянуть на него поближе. Класс! Пахнет шоколадом. Это точно он. Алекс, ты можешь вести себя немного сдержаннее? Лучше не буду на тебя смотреть. Мне пора заняться своим сейфом. Кстати, в нем волшебная палочка. Давайте я что-нибудь наколдую. Сейчас же верни нас на землю. Такие штучки мне совсем не нравятся. Да уж, лучше держи свою палочку под контролем. Мне нельзя улетать, пока я не съем свое печенье. Посмотрите, как в нем много начинки. Это невероятно. Я обожаю сливочный крем. Ну вот, остались только коржи. От них я тоже не планирую отказываться. Надо же, какие хрустящие. Великолепно. Дай мне попробовать. Я так и знала, что ты скажешь нет. Что ж, тогда попрощайся со своим печеньем. Сейчас же верни его на место, Линда. Извини, я не смогла сдержаться и съела все. А ты чего сидишь, Полли? Пришла твоя очередь съесть таракана. Мысль об этом меня совсем не радует. Я подавилась. Секундочку, я верну таракана обратно. Не стоило, Линда. Я не просила об этом. Фу, выглядит отвратительно. Вот и начался последний раунд. Кажется, он приготовил нам много приятных сюрпризов. Например, мне досталась упаковка чипсов. Здорово, я ее открыл! Не вижу в этом ничего смешного. Ты рассыпал половину пачки. О нет, мне досталась капуста. Она выглядит просто отвратительно. Ненавижу здоровые продукты. Они такие противные. Хочешь, я угощу тебя чипсами? Только закрой глаза. Глупышка! Как же он мог мне поверить? Я не дам ему чипсы. Пусть ест брокколи. Ты обманула меня, Полли, как ты могла? Вижу, что все уже попробовали свои продукты. Осталась только я. Что это такое? Какая странная шляпа. Полли, куда делась Линда? Я ничего не понимаю. Я тут и никуда не уходила. Дай шляпу мне, я кое-что покажу. Невероятно! Это шляпа-невидимка! Ну-ка, верни мне ее! Ладно, ладно. Занимался бы ты лучше своей капустой. Спасибо за совет, я бы мог обойтись и без него. Попробовал и хватит, больше не хочу. Ешь сейчас же, ты не можешь отказаться. Полли, я держу его, пихай ему в рот капусту. Ну вот, у меня началось вздутие из-за брокколи. Фу, придется надеть противогазы, иначе мы задохнемся. А как же я, мне тоже не помешает противогаз. К счастью, снова можно дышать полной грудью. Пожалуй, доем свои чипсы. Тут осталось еще полпачки. Я бы тоже хотела подкрепиться. Но раз Поля не хочет делиться, я сама возьму то, что мне нужно. Ты видишь это, Алекс? Мои чипсы летают. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Все это проделки Линды. Ну вот она опять скрылась. Значит, чипсы в опасности. А вот и я, привет. Она забрала мои чипсы. Жизнь каждый день преподносит нам разные сюрпризы. Приятные и не очень. Все их нужно уметь принимать с достоинством. Не забывай об этом, и тогда все будет хорошо. До встречи!